Доброе утро! Многие из нас начинают утро с кофе. Мы тоже начнем. Кофе Арабик. Прекрасное, неприхотливое, непривередливое растение, которое может вырастить любой, кто любит кофе, кто любит растения, кто любит большие, высокие, кустистые растения у себя в доме. Зеленое кофейное зернышко может дать росточек кофе. В данном случае у нас 7-10 череночков молодых растений, которые образовывают вот такой кустик. Как я вам сказала, на 3-4 год растение начинает плодоносить активно, перед этим цветет. Цветет оно весной и летом. То есть два раза цветение, два раза плодоношение. В природе кофейное дерево достигает 50 метров. То есть 5 метров – это молодое растение, 10 – это уже взрослое растение. Но урожайность у него до 3 килограмм в год. Нужна очень рыхлая универсальная почва, которую мы высаживаем весной, растение и меняем почву, либо пересаживаем раз в 2-3 года. Растение, которое нужно подкармливать каждых 2 недели с весны по осень и один раз в месяц зимой. Это рассеянный свет, то есть прямые солнечные лучи избегать. Ни в коем случае не ставить также в темное помещение, так как он начнет вытягиваться и цветочки не будут образовываться, а листья потеряют блеск. В зимнее время мы его ставим на восточное или западное окно. Поворачиваем один раз в месяц на 15-20 градусов, для того, чтобы куст имел красивое такое очертание. И даем возможность ему расти в свободе, то есть не ущемлять, никуда не ставить близко к окну, то есть оно любит расти как одиночное растение. На 3-4 год убираем с подоконника, так как растение начинает достигать 1,5, а то и 2 метров. Его вредители – это паутинные клещи. Когда сухо в квартире, старайтесь его опрыскивать. И опрыскивать не по внешней стороне, а наклоняя по тыльной стороне куста. Если растение уже выросло до метра и выше, тогда просто подходите и старайтесь его не наклонять, а вот наклонившись самому, пройтись по кусту. Сегодня я вас ознакомила с прекрасным кофейным деревом. Думаю, было полезно. Всего доброго!